здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сразу поздравляю всех с наступившим Новым годом, с наступившим Рождеством. Желаю всем здоровья, самое главное, чтобы не было у нас никаких катаклизмов, катастроф и всего прочего, чтобы мы наконец-то помирились со всеми, с кем нам нужно помириться, и уже как бы пошли своей дороги. Ну ладно, это все лирика. Я извиняюсь, что так долго не появлялся в эфире, но тут, понятно, был совершенно завал на работе, поэтому было не до видео, не до ручек, не до часов. Но теперь у нас есть возможность опять к этому делу приступить. Небольшие новшества, видите, у нас решил вот так вот поменять немного фончик для того, чтобы лучше все это было видно. Ну, посмотрим, как это будет сниматься. Сейчас я снимаю на две камеры, чтобы было изображение одинаково по балансу. Решил в Новый год разобрать интересные ручки. Ручек куча пришла, поэтому обзоров будет много. И теперь вашему вниманию представляется ручка Пилот, которая называется Какуно. Правильное название знаю. FKA1SR. Модель Swimming Face. То есть улыбающаяся ручка. Это я вам сейчас покажу. Как видим, она пришла в оригинальной упаковке. Я не знаю, подделка ли это, или это как бы настоящая японская ручка. Мне кажется, что все-таки это настоящая, потому что все знаки, видите, или сюда показать, все знаки, все координаты, все написаны, правда, по-японски, но тем не менее. Пришла вот такая упаковочка, совершенно аккуратная. Достаем из упаковки ручку, достаем крышку и достаем чернила. Вот, чернила пришли вот тоже вот такой вот, как это называется, пакетики. Здесь у нас есть еще инструкция, но она совершенно на непонятном нам китайском или японском языке. Ну, в общем, тут все понятно, особо-то ничего нового они не говорят. Но, тем не менее, есть даже инструкция. Ну, это пока в сторонку. Теперь рассмотрим саму ручку. Стоимость ручки 975 рублей. Это на тот период, когда я ее покупал. Перо здесь М, то есть средненькое. Толщина пера 0,5 мм. На пере, как вы видите, вот эту вот улыбающуюся физиономию. Посылка шла 15 дней. Магазин называется L Lighting. Цвета эти могут быть ручек разные. То есть вот это вот черно-красное или красно-черное. Есть разные колпачки, разные корпуса ручек. Это синий-белый, розово-белый, оранжево-черный, зелено-черный, розово-черный, черно-красный и просто черный. Когда колпачок черный и корпус черный. Ручка вся пластмассовая. Здесь вот тоже какие-то знаки написаны, что это Пилот. Что это такое, не знаю, все-таки китайский. Вот Пилот Какуно. Дальше фидер, стандартный пилотовский у нее фидер. Прозрачная сама держалка, вот где держаться пальцами. И само тело ручки, оно непрозрачное, тоже пластиковое, с двумя отверстиями, видимо, для того, чтобы, если вдруг кто-то подавился, и можно было дышать через отверстие. Вот, не знаю, есть ли механизм какой-то, но вот пришли стандартные пилотовские картридж, который мы будем ставить сейчас. И попробуем что-то ей написать. Опа. Итак, ручка.
Предлагаю сегодня вот такое вот стихотворение. Итак, мы написали отрывок из стихотворения о советском паспорте Владимира Маяковского. И что я вам скажу? Ручка пишет прекрасно, просто. Немножко задирает, ну не то что задирает, немножко все-таки она, скажем так, подскрипывает перо, но перо М среднее. Ну, нажим на нажим, вот видите, она прекрасно реагирует. Видите, как можно и тоненькие, и достаточно жирные вещи писать. Вот. Поэтому ручка, в общем-то, как и предназначена для студентов, для тех, кто много пишет, она очень удобна держать, ее очень удобно. Она достаточно, ну не то чтобы прям совсем легкая, хотя вес ее 11,3 грамма. Длина 131,5 мм и диаметр в широкой части 12,6 мм. Поэтому ручка совершенно нормальная. Мне кажется, что это даже не подделка. Это реальная японская ручка. И, в общем, я рекомендую ее. Пишите с удовольствием. Смотрите, она прекрасно пишет, довольно быстро расписалась. Я думаю, что все-таки качество есть качество. Поэтому рекомендую. Ручка Пилот Какуна, модель FK1SR. На этом наш обзор заканчивается. Всем удачи, всех с праздниками. Пока.